В общем, примерно где-то так, я думаю, получилось. Точнее, мы не узнаем, потому что, ну, нам... Чё? А, это интересно. Нормально, тут маршала расстреляли. Нормально я так уже заработал, да? Отлично, по-моему. Вообще прекрасно я заработал. Все, супер. Дальше можно уже не пахать. Все, я заработал. Вот так вот, без всякого суицида, зарабатываются бабосики. Лярд, просто лярд. Насыпали мне в карман. Шикарно. Просто шикарно. Интересно, а чё он там? Он, походу, на кого-то сагрился. Вот сейчас, походу, произошла такая же ситуация, как с Ратлей. Он, походу, что-то сагрился, протупил и сдох. Нормально, хорошо полутались. Вообще отлично. Вот человек там сейчас, наверное, локти-то кусает, а? Блин, интересно, сколько он слил-то? А вот он и пролетел. И самое интересное, это краб 4.7 СС-то. С 18 года. В принципе, не совсем дурачок. По идее. А чё он тут за мной пролетел? Думает, я ему что, отдам, что ли? Чё-то. Он явно что-то хотел. А подожди, у меня флаг участник бою почему-то. С пилотом капсулером. Вот оно что произошло. Знаете, что произошло? Ща расскажу. Короче, что-то мы полутали. Смотри, что произошло. Нет. Вот. Сверху видим? Вот. Участник в бою. Походу тело решило активировать лицуху. Но что-то пошло у него не так. А, блин, я на него еще лицуху могу сделать. Отчеметь. Давай на нем еще заработаем. Он на вкусной хрени летает. Поэтому давай, наверное, даже вот так вот сделаем. Темная сторона, она такая. Так вот, он, походу, видимо, хотел активировать лицуху. И у него, видимо, что-то не получилось с лицухой. Вот, он обломался с лицухой. Я не знаю, он, может быть, не ткнул правильно, да? Не получилось, короче, что-то у него с лицухой сделать. И он проявил акт агрессии, скажем так. Проявил акт агрессии, и все, и сдох. Ой-ой-ой. Вот о чем речь. Надо еще уметь суицидом заниматься и так далее. И вообще вся эта фигня, надо уметь заниматься, а не так. Это старички, может, помнят, а новички нет, вряд ли. Вот, в свое время в Османе то же самое стоял и сканил индусов. И на меня сагрился, мочалка сагрилась. Сагрилась мочалка, типа, тут, ну, видимо, она поняла, что я суицидник. Сагрилась, я не знаю, может, тоже хотела активировать лицуху или еще что. Я не помню, кстати, у меня было лицуха, нет? Сагрилась, и все, и здравствуй, Конкорд. И я ее тогда полутал на 2 лярда. Нормально так?